Совсем недавно у нас прошло заседание межправкомиссии, и коллеги констатировали, что у нас в сфере экономики ситуация развивается весьма позитивно. За 10 месяцев текущего года 73% рост товарооборота. Это хороший результат. Но мы с вами вчера начали еще, и удалось втроем поговорить. Конечно, главный вопрос – это урегулирование ситуации на Южном Кавказе в целом, армяно-азербайджанские отношения, все, что связано с Карабахом. Так что, как и договорились, обсуждаем все эти вопросы в детали. Спасибо, Владимир Владимирович. Прежде всего, позвольте поблагодарить вас за приглашение, за организацию неформального саммита СНГ. Это уже становится хорошей традицией для СНГ. Конечно, вы правы, на данный момент главный вопрос, самый оперативный вопрос – это тот кризис, который у нас есть в Лачинском коридоре. И, знаете, уже почти 20 дней Лачинский коридор перекрыт, и это зона ответственности российских миротворцев в Нагорном Карабахе. Я хочу напомнить, что согласно трехстороннему заявлению президента Российской Федерации, президента Азербайджана и премьер-министра Армении, Лачинский коридор должен быть под контролем российских миротворцев. И Республика Азербайджан гарантировала беспрепятственный проезд пассажиров, грузов, людей по Лачинскому коридору. И сейчас получается, что Лачинский коридор не под контролем российских миротворцев. И, конечно же, хотелось бы обсуждать эту ситуацию и какие есть варианты. И благодарю за такую возможность. Спасибо.